Всем привет, ребята, с вами Локи. У нас сегодня в преддверии матча Ливерпуль-Бавария. Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Пишите свои прогнозы в комментариях, как вы считаете, закончится эта встреча. Это действительно очень интересный матч и очень интересное противостояние. Клопп снова встречается с Баварией, но на сей раз уже не с Боруссией, а с Ливерпулем, который сейчас на хорошем ходу. Неплохо играет команда. Ну и посмотрим, как они сыграют в нашем предматчевом прогнозе против Баварии. Ну а позже уже вечером узнаем результат в жизни. Салах, Фермино, Мане, Роберт Левандовский. Звезд сегодня на поле хватает. Ну и давайте начинать. А вот и первая атака Баварии. Удар в падении от Гнабри. И очень-очень неплохой получился этот выстрел. Еще бы чуть левее, и мяч оказался бы в сетке. И снова атака Баварии. Еще один опасный момент. Тиаго Алькантара пробивал. И теперь мяч полетел над перекладиной. Не смогли здесь футболисты Ливерпуля накрыть. И еще один опасный момент в копилку Баварии. 14-я минута. Ливерпуль заработал угловой. Посмотрим, что у них получится из него выжать. До удара пока дело не дошло. Атака продолжается. Дальний удар по воротам. И Нойер забирает мяч в руки. Еще один опаснейший момент. Горецко пробивал. Пробивал очень неплохо. И снова мяч проходит в каких-то просто считанных сантиметрах от ворот. У нас начинается второй тайм. И пока что гости выглядят поувереннее. Они провели пару неплохих атак. Но счет на табло пока что 0-0. И как мы видим, в Ливерпуле травма. Хендерсон получил какое-то повреждение. Но пока остается на поле. Тонкий пас на Мо Салаха. Салах бьет. И Салах забивает. Здесь с правой своей нерабочей ноги он заскочил аккуратненько за спины защитником Баварии. И хлестко пробил в ближний угол. 1-0. Вот так вот в начале второго тайма Ливерпуль забивает. Ну и, конечно, шикарный пас. И пошел Нойер встречать Салаха, но было уже поздно. В самую притирочку со штангой. 1-0. Еще одна неплохая атака Ливерпуля. Мане бьет в ближний. И Нойер спасает. А мог катнуть в центр на Роберто Фермино. Бежал он к 11-метровой, но Мане решил пробить сам. Бьет Фермино. И какой момент! Да, сейчас мог Фермино сделать счет более крупным, но мяч пошел немножко по уходящей траектории от ворот. И как-то во втором тайме уже Ливерпуль проводит более опасные атаки. И остается чуть больше 20 минут. Левандовский в штрафной. Пас под удар. И здесь не получился удар у Горецки. Неплохая была атака, но свалился мяч с ноги и ушел за пределы поля. Еще одна подача. Салах бьет по воротам, и мяч уходит выше. Близится, друзья, концовка этого матча. Ливерпуль по-прежнему выигрывает 1-0. Минимальный счет. Гол забил Мо Салах. И во втором тайме как-то Бавария выглядела поскромнее. Были моменты, но до чего-то сверхопасного дело так и не дошло. Пишите, ребята, свои прогнозы в комментариях. Посмотрим, кто из вас окажется прав. Ну а также не забывайте поддерживать видео лайком и подписываться на канал, если вы новенький. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.